Светит месяц. Всем привет! Начинаем очередное путешествие с компанией «Ларуся» по нашей России. Вот очень много разных интересных мест, которые действительно надо посетить. Ну, просто так, потому что было интересно. Был я в выходные в Великом Новгороде. От Питера это вообще недалеко. 3 часа на «Ласточке». Стоимость билета порядка 450 рублей. Шикарная электричка с хорошими креслами, с хорошими собеседниками. Приятно мне ехать туда. Вот, а там на автобусе можно взять автобус на экскурсию. Экскурсия стоит 200-300 рублей. И можно съездить, просто посмотреть очень много. Действительно, там есть что посмотреть в Великом Новгороде. Так вот, были мы, писались на экскурсии в Музей народного деревянного зодчества Витославица. Витославица. Дата основания этого музея 5 июня 1964 года. Это Новгородский музей народного деревянного зодчества, который расположен около Свято-Юрьевого мужского монастыря, кстати, тоже который можно посмотреть. Находится в нескольких километрах от Великого Новгорода, около озера Мячино. Ну, что можно сказать? Это действительно такое место, куда свезли множество деревянных построек со всей Новгородской губернии, я так думаю. Вот. И действительно очень интересно. Есть очень старые, престарые постройки 1500 какого-то года. Вот. Внутрь дома можно зайти, видеть хозяйство и быт того времени. Вот. Там воспроизведено разные пяльцы, вот, сеновалы, ну и так далее, и так далее. Очень интересно, всем рекомендую по возможности, если вдруг вы будете в Новгороде. Ну вот, трассы в Новгороде. Сходить туда, посмотреть. А название Витославица происходит от села Витославицы, которое существовало в 12-18 веках, именно на этом месте. В 1187 году село было передано новгородским князем Изяславом Мстиславичем своему брату. А в 1907 году стало монастырской слободой при Пантелеймоновом монастыре. Здесь поселилась графиня Орлова Чесминская. Даже сохранился ее дом, вот, который построил, кстати, Карл Росси. Ну, в результате всего-всего-всего-всего здесь организован заповедник под открытым небом, который я всем рекомендую сходить, посетить, походить, посмотреть, пофотографировать. Достаточно интересно. Вот все, что я хотел вам рассказать. Всем пока, всем привет. Будьте в Новгороде, вдруг обязательно запишите на экскурсию вот в это место. Называется Музей народного деревянного зодчества Витославица. Все, пока, всем привет. Светит месяц, светит ясный, светит белая луна, осветила путь, дорожку мне до милого двора. Мне не спится, не лежится, ох, да и сон меня не берет. Я сходил бы к милой в гости, да не знаю, где живет.
попросил бы я товарища.